Я не говорю, что я хорошо выступаю, кстати. Ты туда крикнул слово, имя, которое уже часто, как Дух Святой тут летает. Слушай, на самом деле, честно сказать, прошло время, и как бы я просто надеюсь, что у чувака все хорошо, потому что как бы, я, конечно, не, серьезно, как бы, это даже не шутка. Это даже не шутка. Я, конечно, ну, типа, это была такая показательная казнь, но, блядь, я же не знал, что у нас столько, ну, типа, мне как-то неловко, он вообще исчез. Вот. Так что, надеюсь, он жив. И все такое. В конце концов, это просто рэп. Вот.